Сейчас, секунду. Я чуть не оглох, блядь. Так, ребята. Нам же нужна еще собака, которая бы закрывала всю эту историю, верно? Где она? Вот она! На месте, блядь. 15 раундов, ребята. Слова системы, да. Погнали. О, ребят, ну это легкое слово, блин. Очень. Это легкое слово. Как бы его так нарисовать, да? Даже не знаю. Я думаю, этого, мне кажется, хватит. Я творец, я так вижу, ребят. Неужели этого недостаточно? Ну, конечно, кастрюля. Какой овраг? Какая яма? Это кастрюля. Этого вполне достаточно, чтобы это была кастрюля. Хорошо тебе. С такой памятью можно забыть о существовании последнего сезона «Игры престолов». Это не забывается. Тут тоже хорошее слово. Я вряд ли смогу его нарисовать правильно. Я его представил, знаешь. Представил я его, но вряд ли у меня получится, да? Слушай, еще неплохо получилось, блядь. Да? Дельфин, это еще у меня... Это я еще старался, знаешь. Неплохо вышло. Если вам кажется, что у меня едет крыша, посмотрите, пожалуйста. Я чей это у нас тут происходит? О, ну это, кстати, легко. Никто так не, это слово не нарисовал бы, наверное, кроме меня. Ну, конечно, ребят, Team Spirit. Это дракон. Тут все просто. Это очевиднейший дракон. Team Spirit. Спасибо, что жмикаешь клавиши. Спасибо. Есть игра по спорту. Вот это, кстати, пиздец, слово сложное. Бля. Я попробую, ребята, попробую изобразить. О, господи, блядь. Блядь, успеть бы нахуй. Очевидно, ребят, падать. Вот, видишь, Headbang Pro понял, что это падать, ребят. Падать. Можно меня поздравить? Собрал комп, но не играю. Уехал на вахту. Только твои стримы выручают. Ух. Маут супер топы. Надеюсь, не закинешь. Такая грустная история. С телефона не сегодня могу купить цепку, чтобы оперативно смотреть. Точка, выручите. Ребята, а это знаешь почему? Потому что ты iPhone используешь, блядь, богомерзкий. Есть же божественный. В раю открылись врата, и сам Господь тебе сует, говорит, вот смартфон с системой Android. А что ты, блядь, что ты, почему ты используешь iPhone? Если не сложно, ребят, товарищи, можете сабочку подарить, буду очень благодарен. Вроде никнейм такой. У тебя iPhone, и я несчастлив. Я несчастлив. Вот сейчас обидно было. Я не посоветую. Она вышла давно в Метасторе. На квест 3 автономно и сыграется. Это с тем версия не вышла. Я же рефералку даже кидал в Метасторе. А я всегда проверяю в Стиме, чувак. Мне вот эти вот Метастор, Origin Store, Ubisoft Play Store, блять, Epic Game Store, мне вообще до пизды на VK Play, мне просто похуй, понимаешь, что вы существуете где-то там. Вообще до пизды, блядь. Имеется только Steam. Но я шучу. Спасибо, Лавирус, большое тебе. Я тогда гляну, в любом случае. Я просто сразу всегда проверяю, правда, в Steam. Если там вижу, не вышло, значит... Если в Steam вышло, значит, нигде не вышло. Ладно, следующее слово, ребята. О, бля. Ну, тут пара нормальных слов есть. Бля, постараться бы по-быстрому нарисовать, конечно.
насколько хорошо получилось, слушай. Сам себе удивляюсь, блядь. Вот это я рисую, ебать. Ну, конечно, это газета. Молодец. Я Daily написал правильно или там Daily, блядь? Мне кажется, надеюсь, я написал правильно, ребят. Это же газета, ну. Ребят, какой Человек-паук? О чем вы говорите? Газета. Где тут газета? Но она еще не нарисована просто пока. А вот нет. Кирилл, видишь, Кирилл что-то амбулаторный какой-то. Справился, блядь, ребят. Ебать, издалека зашел. Я всегда так. Тут я тоже, кстати, сейчас издалека зайду, ребята. По крайней мере, постараюсь. Так, тут надо попробовать, блядь. Так, ну пора переходить к слову. Да, мясо, ребят. Там должен был быть олень, блядь, но, видимо, нет. Вот Лео Гост понял, что там должно быть мясо по какой-то причине, хотя я еще его даже не нарисовал, блядь. Видишь, он справился, блядь. Он догадался, что это охотник, видимо, добывает мясо. Но как, я не знаю. О, ребята, проверка на возраст, блядь. Проверка на возраст сейчас будет. Конечно, беспонтовый пирожок. Вот левап старик ебаный, сразу видно. Леваку 27 точно есть. Ну или в районе, мне кажется. А дети теперь думают, что за... Мне 19. Ебать, а ты откуда нахуй вообще? Это же, блядь, песни нахуй еще. Она старше меня, ну или около меня. А почему беспонтовый-то? Ну, то, вот видишь? Потому что пирожок. Я, ебать, левап, тебе 19? Ну, видимо, да. Видимо, тогда по другим каким-то критериям. Так, о, ребята, вот это, кстати, слово разъебное. Оба слова хорошие, и нарисовать их я не смогу. Хорошо, только плохо могу нарисовать. Я попробую, ребят, я попробую. Я сделаю все, что в моих силах, ребят. Огромное спасибо тому, кто подарил. Кстати, недавно задумался, что смотрю совсем недавно. Ёлка! А оказалось, что прошло 7 лет. Никита Покемон, молодец! Белка! Из гадания подарили, да? Блин, да, 7 лет это, блядь, срок. Но на самом деле оно всегда так, знаешь, время летит уже, кошмар. Весь детский садик, да, прошел по времени? Даже больше. Белка, ловишь и сой, да? Никита Покемон. Белка, блядь. Так. Ебать, есть идея. Опять же, я вряд ли смогу нарисовать это слово. Но я попробую, знаете, я любитель пробовать. Непонятно, да? Непонятно, да? Коза, блядь! Это коза, сука!
Только это коза новой школы, знаете почему? Почему это коза новой школы? Палец, да, потому что большой палец отвернут, он не должен быть отвернут. А почему? Почему он не должен быть отвернут? Почему он должен быть внутри? Кто первый это сделал? Знак Дио показывал. Кверник. Браво. Браво, блядь. Не знаю, RTX включен, нет, я хлопаю. Браво. Потому что Дио сделал. Помогите. Без пальца. Так. Это тест Рошаха? Да, пока ты ответил пернат, проебал суть происходящего. Это тест Рошаха или что? Это в чат нужно писать ответ того, чего я рисую. Вот у меня сейчас будет слово, которое вы не видите. Собака жирная загораживает, и я ее рисую. Ебать, у меня есть слово, и я нахуй попробую его сделать. Оно будет пиздец. Если бы я его не попробовал бы сделать, я бы себе не простил, короче. Хуёво получилось, да? Точно хуёво. Да, ребят! Ой, нахуй, блядь, прекрасный случай! Я не понимаю, блядь, тут почему нахуй заставки? Да как эта заставка вообще, блядь, соотносится с тем, что мы смотрим? Это Магнета, блядь! Ну вы что, вы не узнали Магнета? Я делал, что мог. Вот Липакс, Липапкс узнал. Вообще, кстати, не Липапс, он или... И он и Липапкс. Вот кто придумал, блядь, что... Буква И большая и Л маленькая должны выглядеть как ебаный брусок, блядь, стоящий на земле. Вот кто, блядь, мог придумать? Но это магнит, очевидно, да, магнит. Ну я справился, блядь. Я говорил, что я нарисую плохо, но я справился. Киллрой, кстати, пока в лидерах. А нет, не Киллрой, Левап и Никита Покемон в лидерах пока. Ебать, это слово я тоже нарисую, нахуй. Я попробую, блядь. Я попробую. Блять, я не помню. А, да, надо рисовать. Похуй. Я попробую. Боже, помоги. Бля, господи, как же это изобразить-то? Нет. Рано. Производитель лучшего контента. Спасибо, спасибо. А почему у меня все как лошади получается? Почему у меня все получаются как лошади? Что? Ромахан, ты что, охуел? Я еще не закончил, блядь. А ну объясни, или я тебя забаню за читы. А ну объясни, блядь. Читаю, блядь. Ебать, VR пол 100 баксов, а я тут, блядь, рисую этого картинку, блядь. Охуеть. Мамбер, тоже спасибо большое. 100 баксов, ебануться. Да, я попросил пройти психологический тест. Приятного просмотра, я огромное спасибо. Еще и с комиссии. Золотой человек. Так, Ромайкон, я жду. Или забаню нахуй. Еще раз напиши, я обновил чат. А, вот вижу. Фрукт, коробка, фрукт, там же ломают их. Да, это Crash Bandicoot, кто не понял, блядь, и там ломают коробки. Блядь, надо как-то продумать эту историю. Мне кажется, из-за того, что я делаю морды овальными, все похожи на лошадей. Нужно треугольную пробовать сделать. На самом деле, я это и пытался показать. Шутки шутками, он не читер, он гений. Потому что я еще даже не перешел к основному, он узнал Шрека Бандикута, блядь. И вспомнил, что там есть коробки, зная, что я захожу издалека, начал писать фрукт, то есть вампа фрукт, который там есть, а потом коробка. Crash Bandicoot. Shrek Bandicoot. Это из мультивселенной какой-то. Shrek Bandicoot.
Ебать. Есть слово, которое я даже не знаю, как нарисовать. Максимус. И есть очень легкое слово. Какое выбрать? Можешь оценить канал одного чела. Он делает мемные видосы по сталкеру. Я знаю Николая. Есть типа Fallout Neo Vegas. Канал называется Николай. Чекни, если не слышал. Я знаю, у него охуенные видосы по сталкеру. По Вегасу не очень, я не знаю, чтобы не видел их, а вот по сталкеру, да. Как бы я ни был там против всякой нативной и ненативной рекламы, но Николай, это всем стоит посмотреть, ребята, на Ютубе. Топовые сталкерские мемные нарезки. Так, сложно рисуем. Блять, как же мне нарисовать-то его, блять? Я даже не знаю на самом деле, блять. Блять, я даже не знаю, как его нарисовать, нахуй. Знаю, я знаю. Наши отношения дольше, чем любые другие в моей жизни. Господи, да, спасибо. Надо по-простому делать. Доброго дня. Что за хуйня, блять? Очевидно. Я думаю, лучше рисовать дальше свои слова. Я буду свои слова делать, ребята. Давай по новой, блядь. Нет, не хочу потерять прогресс. Давай закончим с этим, и потом все-таки будет, блядь. Я буду рисовать максимально просто, но потом я буду свои слова делать. Видимо, тут слова знают. Николай, твой Далилай, XDD. Заберите карту ПЖ у меня. Даша по Марс, молодец. Единственное, чего нет, блядь. Молодец. Бороды-то нет, правильно, блядь. А где? Очевидная борода. Это кошмар, блядь. Бля, есть еще одно слово, которое я даже не знаю, как нарисовать. И одно, блядь, супер простое. Но я нарисую, ребята, наверное. А давай, блядь, тяжелую. О, блядь. Какую угадаете, отвечаю. Ну ладно, не отвечаю, может угадаете. Попробую, конечно, сделать что-нибудь. Петь бы. И три на гипу. Ну, блядь, слава богу, блядь, я справился. Ну, колючка, ребят, укололся парень, блядь. Он, правда, в Дуэйна Джонсона превратился в какой-то момент. Ну колючка же, очевидно, они растут, знаешь, на дереве, на кусте, блядь, колючки. Ежевику нарисовать тяжело было, понимаешь? Ну тяжело ежевику нарисовать. Так это дерево? Ну может он куст, блядь, как дерево, куст. Это я знаю, как нарисовать. Ебать. Это я знаю, как нарисовать.
Ну, конечно, очевидно, оливки это хуйня на пицце, на, блядь, ненужная. Я нарисовал маслины, но похуй. Просто зеленый уже был огуречек, блядь, соленый. Понимаете, там нет разницы в зеленом. Пришлось рисовать маслины. Ну, вы отгадали, блядь. Поздравляю. Тут, слава богу, было несложно, блядь. Оливки. Джука-чарак. Дальше придется свои слова, конечно. Но вот Джон Гелдрин в итоге всех потащил. Но Левап на одну очку отстал. Кефрил тоже всех. На самом деле они в равность-то кто пошли. 79-79. Все честно. Все места, кстати, разделены. Кроме третьего. То есть, по сути, первое место Джон Гелдрин, Кефрил. Потом Фантазан, Левап, Никита Покемон второе место. И Килрой в соло стоит на третьем месте. Я буду свои слова писать. Теперь вам пизда, ребят. Теперь вам пизда. Ну с чего бы начать, блядь, да? Есть у меня идея, блядь. Есть у меня идея, что написать вам. Это для тех, кто на стримах сидит. И действительно, они нихуя не поймут, блядь. Ну ладно, я, видимо, тут поспешил. Я, видимо, поспешил, да? Сука, с подсказками. Дима, это очень грязный. Это очень грязный прием, Дима. Это очевидно было, да, что я напишу? Ну, давай мы попробуем что-нибудь другое, блядь. Я даже думал, ты где-то подглядел там, блядь. Базу не надо. Ладно. Давай подумаем, что бы я мог вам нарисовать. Пишем, ребята, только по... Я знаю, как мы сделаем, ребята. Хотя нет, никак, блядь, мы так не сделаем. Просто понимаешь, что тут можно еще по-английски написать слово, а можно по-русски. Давайте сойдемся на том, что слово будет написано по-русски, даже если оно английское. То есть если там будет... я не знаю, wrestling, да, то он будет написан как wrestling, а через E или через E думаете сами, да? Ну, вот условно. По-английски там ничего не будет, только русскими словами. И по-уебански, может быть, даже написано. Так. Что бы я хотел нарисовать, блядь? Слова системы, конечно, здорово, блядь. Блин, если я начну что-то говорить из-за того, что было недавно, получится как с мочеком, понимаете? И Дима 116 рус предательски, блядь, украдет это слово. И в чат тоже нужно не смотреть, чтобы никто нихуя не понял. Я сейчас начну рисовать и сразу там катаклизм. Норс Рэбл, 22 бича. Евро, нихуя. Привет, Максане. Привет. С тобой уже, наверное, лет 10. Угу. Смотрю в записи обычно. Сначала СВО свалил в Европку. Так. Работаю в ней в Люксембурге. Молоток. Синтезируем новые материалы. Тут много русских и украинцев. Молдован. Только казахов нет написано. Ну так вот, не, надо возвращаться тогда. Нахуй жить в Люксембурге или где-то еще, если там нет казахов? Какой смысл? Это симуляция жизни, если вокруг тебя нет казахов. По факту. Это не жизнь. Это не жизнь, я считаю. Спасибо большое тебе, Нурсой, был за 22. Это какая-то смута сплошная, а не жизнь. Блять, я не знаю, что написать, потому что вы меня знаете хорошо, блять, понимаете? Надо взять что-то, блять, такое слово, которое вы бы хуй просали. Но вы все знаете, блять. Вы все знаете. Ладно, возьмем что-нибудь простое. Блять, а я могу зайти в генератор случайных слов вообще, блять, какой-то на Ютубе, нахуй. Не на Ютубе, в Гугле, простите. Генератор случайных слов, блять. Случайное слово. Вот это пиздец. Вы можете загуглить то же самое, что я и сделаю. Я знаю. Я знаю, что нарисовать. И это не... Блядь, ну теперь все будут думать, что это в генераторе произошло. Ух, ебать. Я попробую, ребята. Я попробую. Это будет тяжело. Это, кстати, тяжелое слово, пиздец. WYCCI. Здорово.
Бля, хуёво получилось. Смотри, не выкупают пока. Это я успею? Надо было времени больше ставить. Я же могу поставить больше времени? Блять, не то я начал рисовать. Блять, как обычно, сука, как обычно получилось. Хуйня ебаная, блять. Блять. Господи. Какой позор, блять. Блять, появился. Енот получился. Господи, спасибо, блядь, что ты меня спас, блядь. Получился енот, блядь. Но если там уже пишут Фёдор, блядь, Простоквашино, слава тебе, господи. Надо было начать с Матроскина, блядь. Надо было начать с Матроскина, блядь. И сразу привет. Следующее слово, ребята. Будет. А? Да, ну дай поиграть немного. Спасибо, сейчас не могу. Да, держи. Нихуя не понятно, но очень интересно. Конечно, ребята, это РД, блядь. Молодец, Астериус, это РД, блядь. Я не успел нарисовать, что он уёбок, но в общем и целом, это же понятно, что это РД. Ну чё вы, блядь, ну чё? Подловил, подловил, блядь. Подловил, не ожидали, да? Ну вот это уже, кстати, довольно сложное будет слово, с учетом наших оговоренностей, но я постараюсь. Блять, а заливка есть нахуй? Начало стрима, блин. Аве, братец, все еще смотрю тебя с планшета. Все еще продолжаю подписываться. Люблю целую. Неужели я тяжело написал, блядь? Блять, неужели непонятно? Я написал по-уебански. Я написал, как будто это монетка, блять. Это ну квотербэк, я написал квотербэк. Что же вы, блять, не догадались, нахуй, что это квотер? Квотербэк, блять. А он же квотербэк. Хотя почти квотербэк.
Нам нужно проверить, пишется как по-английски. Секунду. Но мне кажется, без R все-таки. Quarterback. Quarterback. Я правильно написал! Я правильно написал, сэр! Я написал как батя, блядь. Я написал как батя. У нас без R пишется. Вы меня опять в заху, в ступор какой-то, блядь, ввели. Я просто еще думаю, вот на какое слово будем написать такое, чтобы разъебать. О! Есть слово. Из Казахстана. Смотрю, ты больше 10 лет плюс-минус. Настолько давно, что уже не помню. Твой голос лучше любой колыбели перед сном. Тут вы должны сказать, а почему ж тут Максон не 2Т, блять? Почему здесь геттинг с одним, блять? Вот вопрос такой. Ну кто-то же угадал. Почему? Ромася, привет-привет. Благодарю. Благодарю. Пятюньку поймал. Так, надо проверить, это X-Voice включен или нет, кстати. Да, включен. Мои пятюнь слышно. Теперь будет слышно. Па! Ой, блядь. Ну, тут опять будет, по-моему, написано, как бы тут. Варианты, ребята, есть разные, как написать, но будет, по-моему. Знал, как рисовать дальше. Ну, тасманский дьявол, конечно же, тасманский дьявол. Что же вы, блядь, как вы не поняли? Наверное, по морде, да, поняли, что это тасманский дьявол? Разумеется, 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 молоток. Ловли Кодзилла, кстати. Тут, кстати, очень странно. Мне кажется, чем дольше слово угадывается, тем должно человеку больше очков давать. Потому что Кодзилла угадал Матроскина, когда все было, по-моему, в проблемах. Это же был он, да? И ему дали всего одно очко. Отстой. Чем быстрее, тем лучше. Не, ну это понятно, но чем быстрее, тем лучше. Типа, когда слово простое, понимаешь, то Матроскин как-то растворяется. Хотя Матроскина никто не знал. Видно часть слов? Ну и что там видно? Я вот написал сейчас хоть что-то, что видно. Я полностью забил. Сейчас нет. Так я ничего не делал, ребята, я... Могли бы сказать У или Х видно, я... А тут типа... Длинные слова видны через собаки. Ну я написал вот длинное слово, я написал. Видно и начало, и конец длинных слов. Так а почему ж уху-ху, блядь, не нашли? Вот сейчас все написано. Я длинное слово написал, очень длинное. Во время игры видно? Ладно, ребят. Я не знаю, как нарисовать это слово, но я попробую, ребят.
даже не так, наверное. Ави, старик, смотрю ты, я с Нью-Вегаса. Яростно прусь от твоего отношения к зрителям и жизни. Спасибо. Многое перенял за эти долгие 8 лет у Тея в плане общения. Пятюню в студии, по возможности. Сейчас, я постараюсь после этой... Да, ребят, наебник, именно через Б. Пятюня, держи, спасибо большое, аноним. Приятно очень, спасибо большое. Надеюсь, еще столько же смогу радовать. Ребят, ну наебник. Бля, кстати, неплохо вышел, бля. Если ты смотрел видосы Николая, может посмотрим на стриме нарезки, которые ты еще не видел. Кстати, когда Дея прочь, Галактич? Не, я сейчас не очень хочу, на самом деле, смотреть видосы. Приветики. Что сегодня было и что сегодня будет? Рисуем хуйню, и потом едем в... Куда мы едем? В Маунт. Ебать Империю Южную. Ребята, ну свинатор крепкая, бля. Я рад, что Эльдар сразу вспомнил. Свинатор крепкая, блядь. Это же она, ребята. Ну и что? Новичков тут куканим. Га-га-га-га-га, новички. Они даже не понимают, чешут голову, думают. Что? Какой свинатор? Он же нарисовал охоту или пиво. Что? Что? Га-га-га-га-га. Так. Еще 6 слов. Но какие они будут? Вся империя на нем строилась. На свинатор крепкая, блядь. Блин, а кого бы нарисовать-то? Или что бы нарисовать-то? Надо, главное, в чат не смотреть, потому что если посмотришь чат, то пословишь какую-то подсказку. Максим, вот прошел уже почти год, как мы живем с парнем, и каждый раз он смотрит твои стримы. Верни парня. Денис, люблю Тея. Денис! Шо к черту отсюда? Спасибо большое, два вилис тебе за 5 евро. Денчик, ну-ка пошел отсюда. Кыш, кыш, брысь. РП-действие взял брызгалку. Шо, пшо сюда. Такс. Вилов Геймс. Пока, пока, Вилов Геймс, пока. Так. Давай подумаем, какое слово можно нарисовать. Есть. Есть слово, ребята. Ну, конечно, это огурчик Рик. Это было просто, да? То есть, если такая хуйня, то это сразу же огурчик Рик. Все просто, все просто. А, молодца, Сифан, молодца. Кстати, часто угадываешь, да. Бля, есть слово, кстати. Как бы его изобразить, нахуй, я не представляю, блядь. Если кто-то угадает, респект. Давайте будем делать, пиздец, какие сложные слова. Сложные слова. Если кто-то сможет угадать, респект. Не сможет, ну ничего не поделать. О, блядь. Просто их сложно даже не столько, блядь, их изобразить сложно, нахуй, на самом деле, реально...
Бля, это очень сложно, да? Это все, что я могу, блядь, ребята, сделать. Ебать, он смог! Он смог! Это Дуратар, блядь! Хорош, Кинза! Ну это же Дуратар, ребят! Неужели вы не знаете, что это Дуратар? Что такое Дуратар? Ну это Орочий город такой. Ну как это? Локация, это не город. Оргримар же, блядь, это город. А это так, это локация стартовая у орков. Ну ебать, не знаю. Нет, Кроссроудс это налево. Кроссроудс это налево. Это уже в Барренс надо переходить, тут не хватило. Мне нужно было именно Дуратар. Это из Вова. Вот это должен был быть забытая крепость, там где чуваки бегают из... Как называется это Праудбрусская кодла, блядь? Я уже забыл их королевство, как называется. Может, что-то мне напомнит. Остров Эхо где? Извини, бро. Терамор, да, точно. Крепость Тироград, блядь. Так, давай подумаем. Ну, я же говорю, это сложно. Это реально сложно было. Култирас. Ну, я вроде говорил про... Разве не... Разве кодла Праудбургская по-другому называется? Не Култирас, а по-другому же как-то, мне кажется. Давай что-нибудь со стримов. Не, ну так легко, там сразу будут начнут перечислять, понимаешь, и все такое. Мне нужно что-то такое, вот как Дуратар. Что-то сложное, блядь, понимаешь? Что-то сложное, чтобы был полет мысли. Нужно переключиться, понимаешь? Нужно переключиться. Ну, есть у меня идея. Есть у меня идея. Есть у меня идея. Конечно, это агент Смит. At his best, блять. Похож больше на какого-то Джеймса Бонда, но похуй. Агент Смит, блять. Это может быть кто угодно. Он похож на кого угодно, но не на агента Смита. Ебать, у него еще этот причесон, как у Ким Чен Ына, блять, из Северной Кореи. О боже. Я матрицу ебанул, видишь, а это был на самом деле агент Смит, блядь. Надо было написать агент Смитх, да? По-русски же пишу, Смитх. Агент Ин. Ну что ж, давайте еще разок попробуем. Здравствуй, Максим. Привет. Пришла как раз под стрим. Лови от меня. Буду рад, если дашь пятюню. Спасибо за твое творчество. Чату привет. Держи, спасибо, что 1440. Я видел, как там писали Пейган Мин через Е. Типа Пейган.
Пейган Мин, а я написал Пэй. Пейган Мин, блядь. Пейган Мин. Папа, давай диаграмму статической устойчивости судна. Отвечаю, будет сложно. Да хуй нарисуешь. Это правда. Спасибо, что здесь. Артём, тоже благодарю тебя. Пятюньку еще раз поймал. Тебе тоже хорошего просмотра. Ну-ка. Давай подумаем. Жирновато. Худовато. Передаю за проезд. Привет и пятюню по Зизе. Сейчас, секунду. Не видишь, я рисую вампира, блядь. Спасибо большое, Лесок, тебе. Благодарю, приятного просмотра. Слушай, ну вообще базовый. У меня еще было время, я хотел ему клыки подрисовать, и там бы точно все поняли, ну. Вы сначала подумали, я видел, человек в чате написал «Чарджер, блядь!» То есть он думает, что я бы так нарисовал Чарджера из Лэдфуда. Да типа это руки огромные, понял? Он типа полетит хуярить, блядь. Сука, это очень смешно. Все орали про Доктора Стрэнджа. Только красные глаза, скажи, спасли, да? Сразу понятно, что человек-то непростой. Надо было проще, надо было не рисовать лицо, надо было нарисовать зеркало, а там нихуя, типа, никого нету, блядь, в зеркале. Намёк оставить. Бля, аж до коликов, на самом деле. Слушай, ну видишь, у нас такие вампиры, машина, блядь. Ребята, ну раз уж у нас пошло, да? Я не знаю, как еще это написать. Блять, и как бы теперь, чтобы это было еще? Грязь. Грязь, блять. А, знаю. Ладно, ребят. Я иссяк. Я просто иссяк. Давайте остановимся на этом, блядь.